Всем привет! Меня зовут Николай, и сегодня я расскажу, как можно перекинуть ваши голосовые записи Voice Memories с айфона на компьютер. Как их сохранить на компьютер? Все очень просто. Вы подключаете свой iPhone к компьютеру, запускаете iTunes. Вот у меня стандартный совершенно интерфейс. Ну вот вверх я немножко скрыл, чтобы не светить номер iPhone и так далее. В общем, вы проходите по этим настроечкам вниз. Перед тем, как что-то скидывать, обязательно сделайте копию. Потому что если вдруг вы синхронизируете ваши записи, если вдруг вы будете перекидывать, у вас может что-нибудь потеряться, если вы сделали не те настройки. Поэтому всегда перед любыми действиями с айфоном обязательно создать копию. Да, вот вы создали копию, подождали, она создалась, все хорошо. И теперь вот у меня не стоят никаких тут галочек. Я рекомендую, опять же, вам ничего не выставлять. Ну, вот идти по моим, так сказать, следам, и тогда у вас точно все получится. Чтобы нам перекинуть наши записи, нам нужно перейти во вкладку «Музыка». Сверху переходим. Тут у нас стоит галочка «Синхронизировать музыку», во-первых. Дальше. «Всю медиатеку» точечка стоит. И стоит галочка «Включить голосовые записи». Это самая главная галочка. Вот она у нас нажата. Теперь мы заходим обратно в обзор, нажимаем внизу кнопочку «Синхронизировать». Еще раз, до этого вы должны обязательно сделать копию, иначе что-нибудь может пойти не так, на всякий случай. Нажимаем «Синхронизировать», и теперь наши, соответственно, записи с айфона копируются на компьютер в специальную папочку. Как эту папочку найти, я сейчас вам покажу. Можно, во-первых, это сделать просто через проводник, но есть гораздо более легкий и удобный способ. Итак, когда у вас завершается синхронизация, вы заходите в медиатеку, вот эта кнопочка синенькая. Тут вы выбираете плейлисты. В плейлистах вы видите голосовые записи. Это вы уже не в айфоне, это вы уже серфите компьютер. Соответственно, мы выбираем любую нашу голосовую запись, видите, как их много. Правой кнопкой на него нажимаем и выбираем, выбираем «Показать в проводнике Windows». Нажимаем эту кнопку, и все. Вот они, наши красивые, замечательные записи. Смотрите, как их много. Теперь я рекомендую всем вам скопировать отсюда эти записи к себе на компьютер, в какую-нибудь отдельную папку. Да, и потом эти записи все удалить. Как их удалять, я расскажу в следующем видео. Вот прямо сейчас его сниму. Потому что это отдельная тема, которая вызывает много вопросов у многих людей. И я хочу ее осветить. Ну что же, надеюсь, это вам помогло. До новых встреч!